Алё, акклиматизация нужна. Говорит, до 4200 ты поднимался, как ты уже зайдешь? Я говорю, ну если акклиматизацию на 5000 сделать, потом в сутки отдохнешь, как сидит, наверное, зайдет. Я говорю, боже, это вот специальный подбор, говорит, сделал вот такими шипами. Ну, наверное, тогда зайдет. И вот я вообще к чему? Они говорят, первый раз, говорит, вот они там 10 лет, ну старший брат, там 12 лет максимально, там старший, средний и младший брат. Он говорит, старший, говорит, 12 лет вот в Порше, это их не то, что в Порше там в Лумаре. Говорит, первый раз за лето, говорит, помню, что в июле 5 дней подряд вообще полностью, не только, а туман вообще, вообще без солнца, целыми днями туман. Никогда, говорит, такого вообще не было. Первый раз такого. А мы сами, я говорю, вот, то есть идем первый день, дождя еще нет, но туман. Второй день уже капает дождь, и все равно туман. Обычно же, если дождь, туман должен рассеяться вроде. Третий день вообще ливень льет, то есть дождь, 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 там тоже сидели полдня, из палатки не влазили, но полдня. И туман настолько густой, вот, шли, он вверху обычно стоит, в долину спускаешь, ну вроде такой должен быть уже почти. Вот. Нифига, спускаемся и по всей долине, вот по всей долине туман, туман, фигня какая-то, полный кошмар.